этот массажный салон, таких очень много на центральных улицах городов Камбоджи. И как оказалось, что этот массаж стоит намного дешевле, чем у нас. То есть даже если вы купите билет до Камбоджи и прилетите сюда просто ради того, чтобы каждый вечер поделать массаж, я думаю, что этот вас билет по сравнению с киевскими ценами на массаж очень быстро вернется. Посмотрите, пожалуйста, какие тут цены на массаж. Это цена в долларах за час. Одно из удовольствий, которые вы можете, то, что вы не увидите у нас дома, вы можете получить, когда вы сможете путешествовать. Видите, очень оригинальный способ, я думаю, что запомнится на всю жизнь. Привет из Камбоджи.